Всем привет! Вы на канале «Вязать легко» с Лали. Мой канал о вязании спицами и крючком. Я вяжу очень много. И это не только мое хобби, но и основная моя работа. Я технолог вязаной моды и одновременно менеджер по продажам. Свои мастер-классы я снимаю и показываю не для того, чтобы мне завидовали. Моя цель – вдохновить вас на творчество, показать красоту вокруг – красоту, которая воспроизводится через наше творчество, через тепло наших рук и наших сердец. А зависть, друзья, это большой грех. И очень неприятно, когда люди, изливая свой яд, пишут мне всевозможную фигню. Запомните, все вернется к вам бумерангом, совершенно меня не коснувшись. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте поддерживать канал своими лайками, дизлайками, а также отзывами о моей работе. Сегодня я опять возвращаюсь к цельновязанному платью кокон. Вот оно перед вами, это платье. В объектив оно не помещается. Платье цвета пудры, ну, чтобы вы могли представить себе, поскольку камера искажает цвет. Я наконец-то довязала платье и надеюсь, что вам оно понравится. После того, как я поставила его в продажу, сразу же посыпались заказы. Но заказывают отнюдь не платье, а в основном свитеры оверсайз. Я думаю, что если вы возьмете в разработку мои мастер-классы и свяжете такое изделие, у вас также будут заказы. Изначально я планировала связать именно свитер оверсайз, но получилось платье. Ссылки на мастер-классы я оставлю в описании под видео, или же продублирую весь материал по этому изделию. Свой свитер или платье я вязала сверху вниз. Сначала набирала петли для ворота. Посмотрите, как я набирала эти петли. Это был эластичный набор с перевернутыми лицевыми петлями. В моем мастер-классе, в самом первом, я очень подробно показала, как я набираю эти петли. Вы можете воспользоваться, посмотрев этот мастер-класс. Потом я перешла на вязание анатомического ростка. Вот здесь по спинке хорошо видно, как я наращивала, опять-таки узором резинка, хлебный колос, я наращивала росток. И одновременно прибавляла петли вот здесь вот в так называемых погонах. А дальше, после того, как был провязан вот этот вот анатомический росток, я перешла к вывязыванию так называемого кокона. Друзья, чтобы вы не так, как обычно, не путали такие понятия, как реглан, реглан-погон и кокон, я вам объясню разницу. Вот так вот я перед вами разложила, чтобы вы хорошо видели линию плеча. И сейчас я объясняю. Реглан сразу забываем и больше не вспоминаем. Это вот не наш случай. Никаким регланом тут, как видите, и не пахнет. Дальше. Реглан-погон. Это такой крой реглана, когда, вывязав горловину, мы начинаем резко, буквально в каждом ряду, прибавлять регланные петли. Вот здесь вот, смотрите, от ворота, от горловины, мы начинаем прибавлять регланные петли. И прибавляем их в погонах, буквально вот в каждом ряду. От 7 до 8 сантиметров мы прибавляем петли эти. А затем мы плавно, вот смотрите, вот в эту сторону буду показывать, вот здесь вот мы прибавляли в каждом ряду, допустим. А вот сюда мы идем плавно, уже не так резко прибавляем. И после этого начинаем прибавлять петли до оката рукава. И рукав у нас идет вот сюда идет рукав. Но у нас же, друзья, посмотрите, у нас же еще помимо этого остается вот, вот что у нас остается. А это заниженная линия плеч. Вот это и есть тот самый кокон. Объясню более подробно. Вот для моего изделия, то есть для кокона, заниженной линии плеча никаких вточных рукавов не предусматривается. Запомните.
Что это значит? Это значит, что мы прибавляем по 4 петли в каждом ряду. Прибавляем вот здесь петля и с противоположной стороны еще 2 петли. 4, да? Мы прибавляем по 4 петли в каждом ряду, примерно 5-6 сантиметров. После того, как мы прибавили в каждом ряду, мы прибавляем 4 петли в каждом втором ряду. Вот, вот этот промежуток мы прибавляем в каждом втором ряду. Здесь в каждом ряду, здесь в каждом втором ряду, а здесь уже прибавляем в каждом третьем ряду по 4 петли. И дальше продолжаем вязать отдельно спинку и вперед. Надеюсь, что я достаточно понятно вам объяснила вот этот вот процесс, что же это такое, вот такая конфигурация. Рукав я набирала из петель пройм, просто набирала вот здесь вот по краю, по кромочным петлям и вязала рукав. Вязала, делала убавочки вот здесь вот с внутренней стороны рукава. И что я вам еще хочу сказать? Вот эта вот модель, это именно оверсайз, поскольку если бы здесь у нас был вточной рукав, он бы у нас начинался как минимум вот отсюда. Вот бы у нас шла пройма, и вот так бы вот шел рукав, а здесь бы у нас было плечо, да? Вы согласны со мной, друзья? Но у нас совершенно вот другой крой. Поэтому, если вам, ну, возможно, не нравится такой крой, свяжите по-своему. Я вам объяснила вот то, что связала и я. Если вам это, вам так нравится, хочется, вяжите вместе со мной. Ну, а если не нравится, то немножечко видоизмените. Но сам узор, он очень красивый. Посмотрите, вот здесь вот на тело платья. Здесь очень хорошо видно этот красивейший узор. Я сделала схему узора. Нарисовала ее в определенной программе. Сейчас я вам представлю эту схему и весь мастер-класс свой посвящу вязанию вот этого вот узора. Друзья мои, желаю всем приятного и плодотворного просмотра. Надеюсь, что мой мастер-класс будет для вас полезным. Вы научитесь вязать этот узор и свяжете для себя, для своих близких, возможно, на заказ. Пользуйтесь случаем, я вам предлагаю, пожалуйста, мастер-класс берите на заметку, вяжите для своей работы, для заказов, зарабатывайте деньги в конце концов. Мой мастер-класс бесплатный, поэтому всех прошу к просмотру, приглашаю к просмотру, друзья. Раппорт нашего узора 16 петель. Для образца наберем 16 петель плюс 2 петли симметрии и плюс 2 кромочных. Всего 20 петель. Набираем самым обычным способом на спицы. Установочные ряды я провязала петлями платочной вязки. Теперь начинаем вязание узора с первого ряда. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Теперь провязываем одну лицевую, это петля симметрии. И дальше начинаем вязание раппорта. Вот эти три петли мы должны провязать вместе лицевой с наклоном влево. Для этого мы снимаем первую петлю и разворачиваем ее вот так вот. Следующие две петли, вот эти, вторую и третью, мы провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. И теперь через провязанную петлю мы перебрасываем снятую петлю. Таким образом мы провязали 3 вместе лицевой с наклоном влево. Видите, влево у нас здесь наклон. Дальше вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязали эту петлю,
Это у нас 16 петля раппорта. Мы провязываем, мы должны из нее провязать 3 петли, поскольку здесь у нас было убавление. Для этого мы вводим спицу вот таким вот образом, захватываем нитку, петлю со спицы не снимаем и далее выполняем накид и еще одну петлю. Теперь снимаем со спицы. Мы прибавили 2 петли. 2 петли убавили, 2 прибавили. Далее 1 петля симметрии и кромочную я провязываю лицевой. Повернули вязание на изнаночную сторону. Все четные изнаночные ряды мы провязываем просто изнаночными петлями. Если мы вяжем этот узор в круговую, то все четные ряды мы провязываем также лицевыми, точно так же, как мы их провязывали перед этим. Вяжем третий ряд. Кромочную снимаем. 1 петля симметрии. Теперь нам с начала раппорта нужно опять убавить 3 вместе лицевой с наклоном влево. Для этого мы первую петлю снимаем. Вот эти 2 петли мы должны повернуть вот так вот, чтобы провязать их вместе лицевой скрещенной. Вот так провязали лицевой скрещенной. И теперь через эту петлю перебрасываем снятую петлю. Все, 3 вместе мы провязали. Далее мы вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Провязали. Теперь нам нужно опять провязать из одной петли 3. Вводим спицу в петлю. Захватываем нитку, далее один накид и еще одна петля. Провязали. В конце раппорта у нас 2 лицевых. 1, 2. И здесь петля симметрии, 1 кромочная. Четвертый ряд мы провязали изнаночными петлями, теперь вяжем 5-й ряд. 1 петля симметрии и далее 3 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем все то же самое, что мы вязали в первом и в третьем ряду. Сначала провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И теперь снятую петлю перебрасываем через провязанную. Далее 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Из одной петли провязываем 3. 1, 2, 3. И еще 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Раппорт закончился. Вяжем 1 петлю симметрии, 1 кромочную. Седьмой ряд. 1 петля симметрии. Далее 3 вместе лицевой с наклоном влево. Шесть лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из одной вывязываем 3. 1, 2, 3. И еще 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 петля симметрии, 1 кромочная в конце ряда. Вот, посмотрите, пожалуйста, что у нас получается. Это мы провязали 7-й ряд. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем 8-й ряд. Вяжем 9-й ряд. Петля симметрии. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вот эти 3 вместе лицевой с наклоном влево мы должны провязывать именно таким образом и никак иначе, чтобы у нас получилось вот такой эффект. Видите, да, друзья? Поэтому не задавайте мне ненужных вопросов, просто вяжите. Далее 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Из одной петли вывязываем 3. 1, 2, 3. И 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Одна петля симметрии, одна кромочная. Одиннадцатый ряд. Одна петля симметрии, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Теперь 2 лицевых. Раз, два. Из одной петли вывязываем 3. Раз, два, три. И 10 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна петля симметрии и одна кромочная. Вот, посмотрите, что у нас получается. Вот такая волна пошла. Тринадцатый ряд. Одна петля симметрии, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Теперь из одной петли вывязываем 3. Раз, два, три. И 12 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одна петля симметрии, одна кромочная. Пятнадцатый ряд. Посмотрите внимательно. Сейчас в 15 ряду нам нужно сместить вязание на одну петлю влево. Вы можете просто провязать этот ряд лицевыми петлями. Я вяжу его следующим образом, для того, чтобы у меня не образовывалось никаких дефектов при вывязывании 17 ряда. Смотрите внимательно. Вот у нас 2 петли. Вот это вот начало раппорта, а вот это вот петля, из которой мы вывязывали 3. Мы должны поменять их местами, перекрестить, но одновременно и закрыть как бы возможные дефекты. Для этого мы первую петлю снимаем, далее провязываем лицевую петлю, но не снимаем ее со спицы. Вот так вот, смотрите, показываю еще раз. Вводим спицу, захватываем нитку, выводим петлю. Вот что у нас получилось. Вот близко посмотрите. Теперь мы должны вот эту петлю и эту поменять местами. Для этого мы левую спицу вводим в первую петлю, аккуратненько снимаем вторую петлю и надеваем ее на правую спицу. Теперь вот эти 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Смотрите, друзья, таким образом у нас сместилось, перекрестили мы петли. Вот эта петля у нас оказалась здесь, а вот эта петля здесь, то есть мы их поменяли местами, при этом закрыли дырочку. Дальше мы все петли вывязываем лицевыми, и изнаночный ряд мы также вяжем изнаночными петлями по рисунку. Опять-таки повторюсь, если вы вяжете в круговую, то изнаночный ряд провязывается также лицевыми петлями. Это лицевая гладь. Сейчас мы с вами будем вязать 17 ряд. Это основополагающий ряд, и здесь очень важно усвоить самую важную информацию. Поскольку мы узор сместили на одну петлю влево, то раппорт у нас начинается вот здесь. Не здесь, как раньше, а здесь, на одну петлю влево. И, соответственно, он заканчивается у нас вот здесь. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Таким образом, мы начинаем вязание вот с этой петли, вязание раппорта. А эти у нас петли симметрии. Вот эту петлю симметрии можно было даже не набирать. Но я ее набрала, запутала только вас, наверное. Провязываем, снимаем кромочную, провязываем эти 2 петли симметрии. В контексте готового изделия у нас бы раппорт вот здесь вот заканчивался. Здесь бы мы вязали 3 вместе лицевой, понимаете меня? Но поскольку мы его сместили, то начинаем здесь.
Вывязываем вот из этой петли 3 петли. 1, 2 и 3. Далее вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 11 и 12. Теперь у нас в конце раппорта осталось 3 петли, из которых мы должны провязать 3 вместе с наклоном уже вправо. Здесь мы вязали влево с наклоном, а здесь вправо. Смотрите, мы в начале ряда прибавили 3 петли, а эти петли мы убавляем. Вернее, не 3, а 2. Смотрите, мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вот эту петлю мы разворачиваем. Навешиваем провязанную петлю и перебрасываем через нее снятую петлю. Провязали. Раппорт закончился. Теперь мы повернем вязание на изнаночную сторону. Посмотрите внимательно, друзья, мой лайфхак для вас. Кромочную мы снимаем, и вот эту петлю, чтобы не разворачивать ее каждый раз в лицевом ряду, мы ее провяжем классическим способом. Вот так вот. Все остальные петли мы провяжем бабушкиным способом, как обычно. Девятнадцатый ряд. Провязываем петли симметрии. Теперь с начала раппорта мы вяжем 2 лицевых. Из этой петли мы провязываем 3. Вводим спицу, захватываем первая петля, накид вторая и еще одна петля. Теперь снимаем со спицы. Далее 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Теперь мы вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Сначала провязываем 2 вместе лицевой влево, затем навешиваем назад эту петлю и перебрасываем через нее третью петлю. Все, мы провязали вот таким вот образом. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Опять-таки, хочу я вам подчеркнуть этот момент, провязывается именно так, а не как иначе. Иначе у вас получится черти что. Так, провязали до конца этот ряд, поворачиваем вязание, вяжем 20 ряд изнаночными петлями. Двадцать первый ряд. Провязываем петли симметрии, затем с начала раппорта мы вяжем 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. Далее из одной петли вывязываем 3. 1, 2, 3. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 3 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе с наклоном влево, затем перебрасываем третью петлю через провязанную. Двадцать третий ряд. Петли симметрии. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из одной петли вывязываем 3. 1, 2, 3. Обратите внимание, что эта петля у нас все время вот после нее идут лицевые петли. То есть вы поняли, да? Далее мы вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых провязали. Далее 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 кромочная и поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вяжем 25 ряд, снимаем кромочную, далее петли симметрии. Теперь с начала раппорта мы провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Из этой петли провязываем 3, 1, 2, 3, далее 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали, далее 1 кромочная и поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Двадцать седьмой ряд. В начале петли симметрии, далее с начала раппорта мы провязываем 10 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из одной 3. 1, 2, 3. Далее 2 лицевых. 1, 2 и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Далее конец ряда у нас кромочная. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Двадцать девятый ряд. Сначала ряда мы провязываем петли симметрии, далее 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь из одной провязываем 3. 1, 2, 3. И далее 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. И у нас конец ряда, и затем мы провяжем изнаночный ряд. Сейчас мы будем вязать 31 ряд, а затем свяжем 32 ряд, после чего начнем вязание с первого ряда. В этом 31 ряду у нас идет смещение узора на одну петлю теперь уже вправо. И раппорт у нас будет начинаться вот здесь, вот с первого ряда. Для этого вот вы должны понять этот момент. Если вы не поймете, что петли у нас смещаются в 17-м, вернее, в 15-м и в 31-м ряду, то вы этот узор не свяжете. Посмотрите внимательно. Сейчас мы вяжем лицевыми петлями. Ну, если вы хотите, вы можете просто провязать 31 ряд лицевыми петлями. Я же здесь хочу применить свой лайфхак и показать вам это на практике, чтобы вы понимали и вязали без всевозможных дефектов. Когда мы довязываем до конца раппорта, и у нас остаются вот эти две петли, которые мы должны поменять местами. Одна из этих петель – это третья петля. Третья из трех, а вторая это у нас та петля, которая была вот здесь. Ну, вы поняли, да? Эти петли нам нужно повернуть стенками, вот этими стенками к нам. И теперь провязать, смотрите внимательно, провязать их вместе лицевой с наклоном вправо, но со спицы не снимаем. Вот что у нас получилось. Посмотрите внимательно. Посмотрели, увидели, запомнили. Повторю еще раз. Вводим спицу в петли, захватываем нитку, выводим петлю. Вот, вот что получилось. Теперь мы не снимаем этих петель со спицы и провязываем вот эту первую петлю лицевой. Вот в нее мы вводим спицу и провязываем ее лицевой. Получилось у нас 2. Из двух 2. Из двух 2. Девочки, вы слышите меня? Некоторые не слышат, тут же быстренько берут, пишут комментарии, что сейчас же вы убавили петлю. Я не убавила ее. Из двух 2 кромочную провязали и вяжем изнаночный 32 ряд. Сейчас мы все вместе с вами провяжем первый ряд. Кромочную мы снимаем, провязываем одну петлю симметрии. Почему одну? Потому что мы сместили вязание на одну петлю вправо.
Так, теперь мы вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вот эту петлю снимаем, эти две разворачиваем и провязываем их вместе лицевой скрещенной. Провязали, и теперь через эту петлю перебрасываем снятую петлю. Провязали 3 вместе лицевой с наклоном влево. Теперь вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И вот из этой петли, которую мы поменяли местами, если бы мы не поменяли местами эти петли, у нас бы сейчас вот здесь вот такое бы огромное дырище получилось, и узор весь бы был, ну, это был бы ужас. А так у нас нету дефекта. Мы вяжем из одной петли 3, 1, 2, 3. Девочки, поверьте мне, я все это пробовала на практике, поэтому предлагаю вам самый оптимальный вариант. Провязали. Одна кромочная, у нас, вернее, одна петля симметрии, одна кромочная. Так, мы с вами провязали первый лицевой ряд. Дальше мы все-все будем вязать по схеме. Все то же самое, что мы вязали вот здесь вот. Вот здесь вот. И вот так вот провяжем наш узор до нужной длины. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Красивейший узор. Я считаю, что его вполне можно применять на практике. Из него можно вязать все, что угодно. Свитерочки, платья, шапочки, манишки. Ну, на варежках, наверное, навряд ли применить можно этот узор. Он слишком волнистый. Ну, а так, в принципе, он очень красивый. И я вам рекомендую его для вязания.